позвонили товарищу, который нам привозил контейнер, сказали, чтобы он у нас сегодня его забрал, потому что мы его наполнили, он нам тут только весь вид портит, пусть забирает. Видите, уже подъезжает задом специально, потому что утром-то он застревал, наученный жизненным горьким опытом, понял, что надо заезжать задом. Красота. Сейчас заберу, и все. Все за один день мы сделали. Я очень рада. Только мы с ракушки ничего не смогли сюда вместить, потому что по бортам можно было загружать. Ну ничего, закажем еще раз машину, потом туда попозже, когда снег растает, для того, чтобы пособирать весь мусор по участку. Потому что когда мы осенью заказывали машину, мы все из домика, из бани сюда загружали. Сейчас мы все загрузили из гаража. Места просто-напросто нет. А потом закажем контейнер на сутки и будем все с нашего участка сносить и весь мусор загружать в один отдельный контейнер специально для этого дела. Ну, из ракушки. Хотя я, знаете, чего сейчас подумала? Может быть, у нас в ракушке как раз будет хлама на один такой контейнер, и мы не сможем снова позабирать по всему участку. А может и сможем. Смотрите, какой у нас персидский ковер. Дорого-богато. Сразу видно. Элита. Другой водитель приехал. Другой водитель? По-моему, да. Да. Элита мусор выкидывает. Персидские ковры пошли на выброс. Палатку, кстати, старую, которую мы нашли, мы тоже ее вышвырнули. Все мы повышвыривали нафиг, чтобы ничего не было этого барахла. Чтобы не было барахла. Барахлище это нам насточертело. Сейчас заберут это и все. Ура. Виталь, тебе легче дышать стало? Дышаться легче стало? Столько хлама, вы представляете, ребята. Мы две машины вывезли. Ну, получается, это второй полный контейнер. Так мы его еще и трамбуем. Там где-то внизу у нас диван собственной персоны, который нам ни разу не нужен. Все, что смогли, все запихали. Здравствуйте. Мне только один вопрос, накрывать не будет или накрывать будет после этого? Ну, вообще бы надо было бы накрыть. Помните, осенью приезжал парень, так он все понакрывал, позавязал. Все? Потом, да? Потом просто... Здесь нет вообще. Лишь бы нам он не оставил, пусть забирает, если ему надо. Он что, решил проверить, что мы туда положили? Интересно, детки пляшут. Закрывай, дядя, лови это, потом разберешься, поковыряешься, если надо. Может, он думает, там что-то нужное? Ну вообще... Да, пусть забирает, ты скажи, там много, особенно на дне, скажи, много. Так, нет, он пусть заберет и ковыряется, сколько угодно времени нам, что жалко, что ли. Главное, чтобы не у нас во дворе. А там пусть ковыряется, только в путь. Лишь бы мы гвоздей не понасыпали, да? Ну, вроде все аккуратно выносили, гвозди всякие. Нет, я думаю, нет, я старался аккуратно, чтобы ничего не упадало. Ну, я тоже, я вообще вот прямо смотрела, чтобы никаких гвоздей, ничего такого не было. Ну, какое счастье, ребята, вот выкинешь старье, и так хорошо на душе. Особенно, понимаешь, зайдешь сейчас, там можно работать, делать все, что хочешь. Виталику там стол целый освободился. Инструменты, которые нам нужны, мы, конечно, себе оставили. А, кстати, еще забыла сказать. Сейчас покажу. Мы металл собрали в мешки, которые чернят. И нашему соседу, который сосед-охранник, он сказал, что он на тачке приедет, заберет. Вон, мы все это добро подсоскладировали там в ящиках. Да, ну, в общем, вот оно. Все это хламье. Он заберет и это дело вывезет. Как раз-таки тоже освободить. Ну, раз ему надо, нам-то не надо. Ну и все. Отлично, просто шикарно. Какие мы молодцы, 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 молодцы. Молодцы. Пока, мусор. Что такое? Ну началось. Ничего не знаю, пусть выезжает. Водитель другой, а машина снова застряла. Не, вы представляете, ну елки-палки, ну якишкин городовой. Не хочет уезжать. Утренние камни. Пойду сейчас под... Пойдут под колесо. Что он будет делать? А, переместить, наверное, в центр тяжести, что ли? Прикиньте, сейчас все вывалит нам около двора. Лишь бы он не перевернул. Я такое, я не поняла, что за манипуляция. Отчаянные. Да как? Отчаянные водители. А он хочет что, поставить на пол и поехать? Ну да, он типа легкость будет. Ну это вообще... Ни секунды без приключений. Мне так страшно, он висит, он не снимает. Лопатка есть? Лопатка есть, лопатка есть. Сегодня с утра ей уже пользовались, скажи. У нас есть лопатка. Сделаем все. Не мы, а они.
с вами будем стоять и наблюдать. Рука, правда, отмерзла, но мы дождемся хэппи-энда. А, он туда заехал. Ну, Якишкин городовой. С той стороны же канава. Там же даже следы видно, что кто-то уже заезжал. И видно, что неровно. Все равно там видно, что оно неровное. Народ. Че, он съехал в канаву? Он хочет, знаешь, как будто как весы сделать. Чтобы его зад перевесил, а перед легко вышел. Ага. Хитрый. Сейчас посмотрим, что у него. Ну пойдем поснимаем, уже ладно. С вами. Вон, видите, копает. Доска есть. Представляете? Ну там же видно, вон там видно, что там вперед ты не проедешь, надо было выворачивать сразу. Ну, советики, любимое дело. Угу. Да, Виталь. Утром были у нас скольжения около двора, и сейчас то же самое. Ну, я, знаете, ближе подходить не хочу, но душой стоять, чтобы человека не нервировать. А сейчас, если выключу камеру, он сразу уедет. Вот у меня дилемма, то ли выключать, то ли не выключать, оставить. Там решил почистить. Угу. Это его монтировка. Представляете, вот зимой, да, все-таки такое дело, скользко, холодно. Посмотрим сейчас, как он выйдет. Интересно. Вы смотрите, не мерзнете, так что не возмущайтесь. Я отстаю, мерзну, рука у меня уже отморозилась. Мне тоже смотреть долго и ждать долго. В общем, смотрим. Ребятки. Угу. А доску-то куда подставить хотела? Под передней или под задней? Уже рука замерзла у меня. Угу. Вот так будет надо поставить. Еще одну? Еще одну? Да, не повезло. Лопатка наша, дяденька. Он уже пошел. Сердце. И вот как, да, с такой махиной? Ее же не вытолкаешь. Человек-то ее не вытолкает. Это тебе не легковушечка. Только попотеть придется. У нас там в этом контейнере сколько досок? 12, не надо, да? Вот, говорит, не надо. Понятно, Виталь? Он скажет, пока нету. В контейнере вообще мы все выкинули. Туда-сюда бегаем. Наше дело маленькое. Загрузить контейнер, заплатить деньги и уйти. Да. Не повезло. А с другой стороны, 9 тысяч. Извините. Немалые денежки. Виталик нашел. Негладкие ему узкие. Угу. Капризный. Посмотрим. Не, ну он умудрился. И вообще, как можно было догадаться туда заехать? Вот объясните мне, я не знаю. Потому что там же видно, что там не проезжая часть, да, Виталий? Как, я не знаю, как он так. Почему он не вывернул? Не знаю. Не знаю. Еще газовал. Сейчас будет. Закрывайте. Чтоб не снесли нам ворота. Давайте. И лопатку нашу. Ну, с Богом, давай, дружок. Леонтий, отпускай свой мусор. А то он здесь у нас сейчас застрянет, и будем мы с тобой заново все это загружать-выгружать. Нам оно не надо. Леонтий, это тот хозяин, чьи это вещички. Господи, на самом деле страшно даже. Виталь, куда ты лезешь? Лучше бы камни все-таки, мне кажется, подложили, да? Ладно, сниму, когда выйдет. Руки займут лучше. Вот пошло одеяло из нашего контейнера. Ну, я не знаю, что это будет. Сейчас посмотрим. Виталь, подожди меня. Вот так. Хочу посмотреть. Сработало. Да вон камни тут. Принес камни утром. Это долбится. Он сказал, камни не подходят. А камни как раз бы подошли. Смотрите, куда он заехал. Очевидно же, что там нет проезда. Вот она дорога. И там никто не ездит. Палатки пошли по японам, а что сейчас будет, ребята? Весь мусор обратно выгружаем. Спасательная операция. Не, я правда, я не могу понять, как можно съехать с дороги, видя, что здесь вот дорога, а вот здесь пустырь. Но явно же видно, что здесь... Вон, видите, с той стороны как бы с дороги склон, и с этой стороны с дороги склон. Там уже были следы, кто-то застревал. Зачем туда ехать? Керма, полчаса тут ковдохаемся. Ладно, попробуй.
происходит. Вообще ужас, страсти. Давай! Охренеть! У меня сердце замерло. Ебана мать! Ну куда ж ты? Он вообще что ли первый раз едет? Я не пойму. Ты посмотри, какой... Мусор собрали, доски лопатой занесем. Сейчас поднимется. Да, денечек. Видишь? Доски мы заберем, мы их будем полить. Доски заберем наши? Да, жечь наши. Ну, мать, надо тебе, наверное, идти в баню. Покинуть дрова? Ладно, пошла я тогда. Ты это занесешь, да? Да, это. Ты его выпустишь, да? Да, я сбежу. Ну все, пойдем.